Борьба за рынок. В минувшие выходные в Нижнем Новгороде произошла массовая драка. Отношения по всем стандартам лихих 90-х выясняли таксисты. Нижегородские водители ополчились против приезжих коллег из Мордовии и Чувашии, которые, по их словам, отбирают у нижегородцев заработок, устраиваясь в Uber и Яндекс. Истории, когда крупные онлайн-сервисы поглощают локальные компании, есть по всему миру. Американский Нью-Йорк тоже не стал исключением. Яндекс и Uber там выигрывают количеством, а следовательно и ценой за поездку. Однако подобные стычки зафиксированы только у нас. В этот раз обошлось без жертв, в конфликт вмешалась полиция. Между тем, события могут повториться, в этом уверены сами таксисты. Эти агрегаторы оставляют за собой право блокировать, оставлять без заработка людей. Хотя эти агрегаторы являются всего лишь сервисом для взаимовыгодного сотрудничества. Вы ни в чем не застрахованы. Если вы попадете со мной в автомобиле в аварию, вы будете ко мне обращаться с вопросом. Я, в принципе, должен за это отвечать. Но чаще всего это будет происходить так. Машина это не моя, машину я взял в аренду. Арендатор скажет, я вообще тут ни при чем, я не знаю, чем он занимается. Я ему сдал автомобиль, чтобы для личных нужд. Все. То есть вчера то, что мы сделали, мы заставили, наконец, наши органы проверить все эти службы. И вчера вот продержали людей, что мы знаем, один оказался без регистрации, приехавший сюда. Он россиянин, но он здесь без регистрации. То есть, не дай бог, что случится, как вы его доставать будете? Чтобы я выполнил, например, 5 заказов, а я выполняю всего один заказ. Есть Москва, Питер, большие города, пускай едут туда работать. По факту конфликтной ситуации с участием водителя такси в настоящее время проводится проверка. В порядке статей 144-145 Уголовно-процессуального кодекса России.